Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим на холодильник Bosch 49VI20R. Холодильник широкоформатный, так сказать, 70 сантиметров. Очень широкий, высокий, 2 метра. Расположение морозильной камеры снизу. Холодильник, почему я его купил? Потому что, во-первых, это Bosch, у меня все остальное тоже Bosch. Техника планируется на кухне. Холодильник испанской сборки. Немецкой, к сожалению, не удалось найти. И подобные холодильники по цене в 2-3 раза дороже продаются под другими марками. Типа Bosch, но более дорогой, Bosch и Siemens. Так вот, верхняя камера. Собственно, сам холодильник. Там все алярм горит, потому что только что он включенный был. Кстати, включать холодильники можно часов после 8, только после транспортировки. Так, что в самой сборке? Вот здесь можно увидеть, что он испанской сборки, где-то это можно увидеть, где-то это написано. Где же это написано? Это написано на шильдике снаружи. Он полностью no frost, и морозильная, и холодильная камера. Также есть фильтр. И, понятное дело, фрост и заморозка. Зона свежести, вот в этом верхнем ящике, не нужно радостно хранить фрукты. Это зона свежести на лифтах, что, в принципе, удобно. Также есть два ящика, полезные штуки. Полочка под бутылки, под яички. Открывающиеся, закрывающиеся полочки. Такие разные полезные штуки, не только. Такая вот штучка под бутылочки тоже. Лампы здесь галогенные стоят. Регулировка температуры в морозильной и холодильной камере. Также есть супер заморозка. Нажимает кнопочки, соответственно, мы получим ускоренный процесс. Как видите, глубина у него порядка 62, по-моему, сантиметров. Он довольно-таки удачно вписывается в всю мебелировку, нашу будущую, по крайней мере. Нижняя морозильная камера. Сбоку есть подлет. Это мороженое. Да. Верхний ящик. Кстати, вот чудесный полочек. Средний ящик самый большой. И нижний ящик. Все характеристики данного холодильника можно увидеть в подписи данного видео. Комплект стандартный, инструкция по установке, по эксплуатации, несколько наклеек, очень полезно. Ну, в принципе, и все. Собственно говоря, он класса А, энергопотребление довольно-таки экономичное и, пожалуй, самый большой в своем классе, 70 сантиметров, по крайней мере, из Bosch. Спасибо за внимание. Куплен, кстати, он был в Эльдорадо. В Эльдорадо ценник у него был 42 с копейками, 42 990. Аналогичные модели, более дорогие, больше Siemens, стоили от 90 до 100 тысяч и выше. Все абсолютно один в один и все испанской сборки. Так что выбор был, в принципе, очевиден. Да, кстати, если кому интересно, почему не строю холодильник, потому что объем в нем раза в два меньше, а цена дороже. Так что выбор был очевиден. Спасибо за внимание, всего хорошего.